Всем доброе утро. Хочу показать, вот у меня тут швы, специально выращивала черную плесень, чтобы показать, как ей с ней бороться нашими средствами. Ее тут немного, но для примера есть что показать. Поэтому ждите. Сейчас разбавим средство, которое называется Баню, или средство для туалета и ванны. Оно борется с плесенью. И покажу вам, как я это делаю. Тут у меня концентрат. Я не разбавляю для таких дел, потому что нужен именно концентрат, чтобы бороться с плесенью. И беру старую зубную щетку. Наношу средство на стену, в эти швы брызгаю и оставляю минут на 10. Можете все пройтись, потому что это антибактериальное средство. Убивает стафилококк, стрептококк, кандиду, разные другие инфекции, грибы и так дальше. То есть 14 видов бактерий и грибов. Мы это все брызгаем и оставляем. Даже если вы сейчас, смотрите, вы прямо на глазах, видно, белеет прямо на глазах, вот эти швы белеют, это уже средство борется с плесенью. Видно вам, да, какое было черное. И вот сейчас вот побелели прям швы. Есть, конечно, места, где глубже въелась плесень. Мы ее обрабатываем, можем даже еще побрызгать. Вот здесь вот, видно, да, побрызгала, оно сразу потемнело. Сейчас опять будет реакция. То есть оно выедает даже внутрь. Сейчас мы оставим это минут на 10 и потрем щеточкой. И вы увидите результат. Так, ну, прошло минут 10. Смотрите, как побелели швы там, где я брызгала, да? Если мы их потрем. Ну, у кого нету зубной щетки старой, можно просто взять губку с наждачкой и протереть. Я и так, они, эти швы, сами себе белеют. А если вы завтра оставите на завтра, то эти швы сами собой побелеют, то есть оно выедает очень глубоко это средство, поэтому вы останетесь довольны по-любому. Будьте здоровы, не болейте. Всего доброго, спасибо за просмотр. Доброе утро. Ну вот результат того места, где мы вчера мыли. Смотрите, все побелело, все чистенько, все светлые швы. Спасибо за просмотр, будьте здоровы. Желаю, чтобы в вашем доме никогда не было плесени.